Воу! Я чё, стал джином, что ли, и могу желание исполнять? Ну, не совсем. Ага, рассказывай. А ну-кась. Абракадабра, динозавр, исчезни. Ага, работает. Ай да я, ай да хорош. Привет, привет, друзья! Несносный Адам продолжает свой долгий путь к пятой Еве. В конце прошлой серии Лохмач прилег отдохнуть перед последним рывком. Ну что ж, идемте его будить. Адам, просыпайся. Эй, дружище, хорош дрыхнуть. Вот дела. Ну ладно, раз он не хочет просыпаться, идемте прямо в сон к Адаму. О, здоров, игруля! Привет, друзья! Привет еще, Лохмач! А у нас тут это... Новая серия началась, пора бы тебе просыпаться. В смысле просыпаться? Я уже почти добрался до новой Евы. Лучше помоги пройти это место. Да уж... Адам, видимо, не понимает, что это сон. Кстати, друзья, ставьте лайк, если вам тоже снятся ночью сны. Эй, ну мы так и будем стоять. Ладно, давай смотреть, что это за звездочки тут на уровне. Ничего не происходит. А ну-ка четвертую. О, чё получилось? Тыкай дальше. Снова на первую. И на вторую. Не-а. Вот же ж, почти прошли. Слушай, я, кажется, понял. Внутри звезд нарисована линия движения. Нужно просто нажать их в правильной последовательности. Сначала четвертую, потом первую, а теперь линию, похожую на букву П. Она в третьей звездочке. И остался последний рывок. Жмем на вторую звезду. Отлично! Погнали дальше! Опа-на! А вот и пятая Ева, игруля! Только ее динозавр защищает! Как же нам его обойти? Может, просто перепрыгнешь? Да сейчас же! Я же ударюсь тогда головой об облако! Вот, если бы его там не было... Воу! Я чё, стал джином, что ли, и могу желание исполнять? Ну, не совсем. Ага, рассказывай. А ну-кась. Абракадабра, динозавр, исчезни. Ага, работает. Ай да я, ай да хорош. Ох, друзья, когда же Адам уже проснется-то? Чё ты там бормочешь, игруля? Я тут наконец-то до пятой Евы добрался. Радуйся за меня. Но с пустыми руками как-то не очень идти. Надо бы цветок раздобыть. А вон слева какое-то дерево. Полей его, и будет цветок. Наверное. Не наверное, а стопудово. Я же могу исполнять желания. Надо только придумать, чем полить дерево. Да, здесь и нечем. Здесь только банка с перцем стоит. О, то, что нужно. Давай посыпем перцем облако. Оно начнет плакать, потому что перец в глаза попал. И польет дерево. Да уж, ну и план. Но, учитывая, что здесь все происходит именно так, как хочет Адам, может сработать. Перчим. И... Ну вот, я ж говорил. Ну, я в тебе и не сомневался. Ну все, хватай цветок и беги к своей новой возлюбленной. Ну наконец-то! Эй, Ева, это тебе? Ох! Фух, так это чё? Был сон? Ага, наконец-то ты проснулся. С одной стороны, обидно, конечно, что это был сон. Но, с другой стороны, хорошо. Так как мне там на голову динозавр упал. Хе-хе. Ладно, сон уже позади, и нам нужно придумать, как открыть решетку впереди.
Да чё тут думать? Вон на пеньке деревяшка лежит. Ща попросим бобра выточить ключ и всё. Эй, зубастый, подсоби! Это вряд ли. На нём вон какой огромный паук сидит. Бобёр так боится, что особо не шевелится даже. Вот же ж, и правда. Надо прогнать паука. Чем бы в него швырнуть? Зачем сразу швырять-то? Можно же договориться. Эй, паучок, посмотри наверх влево. Там тебя паучиха ждет. О, молодца, игруля. Ну чё, бобёр, услуга за услугу. Мы паука прогнали, а с тебя ключ. Отлично. Бобёр выточил ключ, друзья. Открываем дверь. И Адам может проходить дальше. Ну все, прибежали, называется. Вот как теперь наверх забраться? Лично я динозавра будить не хочу. Да, не лучшая идея. Но смотри, прям перед ним лежит окорок. Если я его съем, то динозавр меня потом съест. Так что и пусть себе дальше лежит. Но мы же можем окорок куда-нибудь закинуть, и тогда динозавр сразу полетит за ним. Погоди, у меня идея получше. А давай окорок вверх подымем. Ну давай. Ну и... Эй, дракоша! Зырь, там еда наверху. И... Ну чё, и, игруля, давай опускай окорок обратно вниз. Во, делов-то! Неплохо ты на прошлом уровне решил задачку. Ну так, теперь твоя очередь искать способ, как дальше пройти. Эй, так нечестно. Да шучу я, шучу. Ща вместе разрулим. Тут и рулить-то нечего. Хватай ключ у попугая и отпирай дверь. Не-а, не отдает. Да, тогда план Б. И что это за план? Это я еще не придумал. Слушай, а ты заметил, что попугай уставился на крокодила? Как-то это подозрительно. Та-да! Эй, крокодил! Здорово! Воу, ты это заметил? Ты о чем? У него во рту яйцо. Видать, это из гнезда попугая. О, у меня идея. Услуга за услугу. Мы попугаю яйцо, а он нам ключ отдаст. С бобром прокатило же. Осталось только придумать, что крокодилу дать вместо яйца. А хотя, я, кажется, знаю. Вон слева тушка поросенка. Давай от нее немного урвем. Угощайся, зеленый. Ага, ай да игруля, ай да красавчик. Но я хотел это же предложить, само собой. Кто бы сомневался. Ладно, возвращаем яйцо обратно в гнездо. Отлично, ключ свободен. Пора сматываться отсюда, пока крокодил снова не проголодался. Ух тышка, смотри, дружище, здесь прямо какой-то ритуальный танец. Похоже, придется подождать, пока шаманы закончат. Ты чё, игруля? Перегрелся там на солнце? Какой ждать? Некогда мне. Но если ты им помешаешь, они явно будут не рады. Тоже верно. Значит, нужно пройти незаметно. Вон сверху маска висит. Ща я ее надену и пройду. Типа свой. Готовченко! Погоди, чё-то не хватает. Смотри, у них вон рожки у всех. Точняк, где бы мне их раздобыть? Ну, это несложно. Они сделаны из веток. Сейчас мы тебе нарубим таких же. Вот ветка. А над черепком коровы топорик. Хватай. Ну как? Вот теперь огонь. Похож. Класс! Тумба-юмба! Привет, коллеги! Ух ты, смотри, Адам. Табличка показывает, что пятая Ева где-то впереди.
Агась, и тут как раз есть такси. Эй, шеф, почем проезд? Ага, смотри, ему нужен черепок, большая кость и тазовая кость. И где я это возьму? Никаких скелетов я по пути не встречал. Давай осмотримся тогда. Может, они где-то здесь на уровне спрятаны? Вот прям под будкой какой-то подозрительный камень другого цвета. Опачки, а под ним черепок. Вот видишь, значит и остальные тут. Где-то, наверное. О, вижу, прям под гнездом что-то на веревке висит. Точно, и осталось найти только большую кость. Где же она может быть? Может, за табличкой? Да не. Игруля, а я, кажись, нашел. Где? Ты не поверишь. Ну, не тяни. Она прямо на будке, слева от птеродактиля. О, а ведь и правда. Как это мы ее сразу не заметили? Не мы, а ты. Я-то ее нашел. Ладно, плата за перелет у нас есть. Забирайся в гнездо, дружище, и полетели. Ну и долго так лететь? Вай! Эй, лохмач, ты живой? Да живой, живой! И смотри, там пятая Ева за решеткой. Ага, а ключ у рыжего усача. И что-то мне подсказывает, что он его не отдаст. Значит, сами заберем. Ты только отвлеки его как-нибудь. Да как же я это сделаю? Хотя... Вон справа есть камень. Эй! Пс! Кто здесь? Красава, Игруля! Теперь мой ход. Давай, я готов. В смысле? Ну это, разворачивай его обратно, а я его шугану. Ну ладно. Эй, усач! Бу! Ага, сработало! Ловко ты придумал. И, друзья, Адам вместе с новой Евой сели на плот и уплыли в закат. И на этом, ребята, пятое приключение Адама заканчивается. Наконец-то наш лохмач нашел свою любовь. Или нет? До встречи на канале Игрули ТВ, друзья. Всем пока!